Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. И сегодня мы готовим для себя на зиму аджику со сливами и с яблоками. Мы очень любим аджики, потому что это соус. Его можно есть с супом, со вторыми блюдами, с макарошками, с котлетами, с чем хотите. И сейчас мы приступаем готовить эту аджику. Этот рецепт у меня очень старый, из моей старой проверенной книги. Количество ингредиентов, все, что у меня сейчас стоят на столе, я вам пропишу под видео, чтобы вы точно знали, что я приготовила, чтобы не перечислять. И вооружаемся хорошим настроением и перекручиваем все продукты. Перекрутили чеснок и петрушку и отставляю это в сторону, потому что я буду это добавлять в конце варки. Лук перекрутила, сложила в кастрюлю. Яблоки перекрутили, тоже отправляем в кастрюлю. Сейчас будем перекручивать перец. Сейчас горький перец добавим сюда же. Сливаем перец в кастрюлю. Перекручиваем сливу. Сливаем сливу в кастрюлю. Сливаем помидоры. Все, я все перекрутила. И теперь ставлю это вариться. Перемешаю, конечно же. У меня получилось 6 литров пока. Уварится. И как раз я добавлю вот эту зелень в конце. Ребята, запахи. Сами представляете, как тут все вкусно пахнет. Когда будете готовить аджику, вот перед тем, как она закипит, вы обязательно все хорошо помешивайте, чтобы у вас не прилипло ко дну. Проварилась у меня аджика 2 часа. Кладу я в нее чеснок с зеленью. Кладу сахар, высыпаю сахар. Соль. Наливаю масло. И выливаю 9% уксус. Перемешиваю все. Кстати сказать, варилось у меня все это при открытой крышке. Банки я стерилизую в духовке при 100 градусов. Крышки я варю в кастрюльке. Достала банку горячую из духовки. Достаю крышку горячую и закручиваю. И вот таким способом я закрываю все банки. Из данного количества продуктов у меня получилось 6 литров примерно. Это я оставила для нас покушать, это я закрыла баночки. Сейчас я их закрою во что-нибудь тепленькое, чтобы они остывали под шубой. Ежели вы не любите острое, можно столько горького перца не класть, сколько я пропишу под видео рецепт. Кладите там сколько, 1-2 стручка. И всем приятных заготовок. Смотрите, какая аджика густая. Заготовок без бомбажа. И я думаю, мы увидимся. Всем пока-пока, до новых встреч. Ребят, сейчас мы будем пробовать аджику. Мы ее уже попробовали. Вы знаете, она очень вкусная, она остро-сладкая. Если кто-то не хочет столько остроты, не кладите столько перца. Она мне очень нравится. С колбаской и с хлебушком. Она прекрасна. Всем привет. Я уже, конечно, попробовал, сижу. У меня вокруг, по губам и во рту горит все. Ну, знаете, такое жжение приятное. Эта аджика мне нравится тем, что она, вот когда ее кушаешь, она одновременно как бы нежная, кажется, и острая. Такие интересные ощущения. Она и без мяса хороша, и с мясом хороша. Всем пока!